Здравствуйте, с вами Мусулега Елена. Сегодня я приготовлю рулет из лаваша мимоза. Порубить пару веточек петрушки. Нарезать один лук. Размять консерву вилкой. Добавить лук и 2 столовые ложки майонеза. Натереть на терке 100 грамм сыра и 3 яйца. Смешать петрушку, сыр, яйца и 2 столовые ложки майонеза. Смазать лаваш яичной смесью. Выложить второй лаваш и смазать консервой. Свернуть в плотный рулет. Упаковать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Лавашу с такой начинкой достаточно настояться в холодильнике 1 час. Нарезаем на кусочки и подаем на стол. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега.